просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед, твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Человеческая речь красива. Боже мой, как красиво! Там скользко, она упадет! Мишо! Должно быть, это забавно. Давай, подходи к нам, Маугли. Как красиво. Маугли, тебе понравилось? Это красиво. Красиво. Тебе нравится? Он скоро высохнет, возьми себе. Это называется цветной индийский хлопок. Мне дала мама. Мама? Правильно, мама. Моя мама. А это мой любимый дедушка Боджи. Мой дедушка. Дедушка Боджи. Правильно. Мой дедушка Боджи. Да, это моя любимая внученька. Ты научился работать? Хорошо. Раскинь это под солнцем, и скоро все станет сухим. Солнце у нас жаркое, индийское. Давай, работай. Правильно, ты сообразительный. Вот так, смотри, как это делается. Это называется пила. С ее помощью можно пилить дерево. Вот так, смотри, как я это делаю. Пилить дерево. Правильно, какой же ты умный. Маугли, Маугли, помоги мне. Ты торопишься уйти, так нечестно. Помоги.
Вот, попробуй. Вот, это очень вкусно, Маугли. Угощайся. Не делай такое лицо. Что случилось? Тебе горячо? Замечательно. Он просто не привык есть горячую пищу. Но он же человек. Ну и что? Это ненормально есть еду, как и животные. Он, может, и человек, но он никогда не выходил из джунглей. Поэтому он не знаком с нашим образом жизни. Интересно, а Маугли так и продолжит жить в джунглях? Наедайся. Бери еще. Это вкусно. Река. Река. Правильно, вода. Вода. Небо. Небо. Облако. Облако. Цветок. Цветок. Красивый цветок. Красивый. Да, красивый. Красивый. Боже, мне нравится лес. Мне нравится лес. Мне нравится лес. У меня есть друг. У меня есть друг. У меня есть друг. Ты и я друзья. Мы друзья. Мы друзья. Расскажи, почему ты живешь в джунглях? И чем занимаются твои папа и мама? Ладно, я просто хотела послушать. Ну что, нам надо тренироваться. Пойдем. Солнце. Солнце. Джунгли. Джунгли. Красивые джунгли. Красивые джунгли. Красиво. Ну что, ты видишь Маугли? Нет, но когда он вернется, он должен будет пройти здесь. Тебе правда кажется, что с ним происходит что-то странное? Я уверен, если бы не так, он бы никуда не ушел. Ничего мне не сказав. А он ушел. Вчера, например, он сначала был такой возбужденный, а потом как будто ушел в транс. Может, это у него секрет какой-нибудь, о котором никто не знает, или проблема. Вон он идет. Маугли, он возвращается. Маугли? Маугли! Подожди, Маугли. Я сказала, подожди. Что тебе надо? Ты говоришь, что нам надо? Так вот, Маугли, ты это... Что происходит? О чем ты говоришь, Балу? Что? О чем? Черт! Если у тебя проблема, мы тебе поможем. Когда ты говоришь, то все только сложнее становится. Маугли, с тобой что-то случилось, да? Необычное. Необычное? Да, так говорит Кичи.
По твоему поведению понятно, что с тобой что-то происходит. Правда, Кичи? Да-да. Маугли, куда ты каждый день уходишь? Да никуда особенно. Я здесь, в джунглях. И что ты там делал? А это не твое дело. Что хочу, то и делаю. Да, но... Вот оставьте меня одного. Извините, я сорвался. Сейчас я делаю очень важное для меня. Придет время, я вам обо всем расскажу. А до тех пор я бы хотел, чтобы вы мне не мешали. Прошу вас, Багира, Балу, Кичи. Лес! Прыгать! Бегать! Река! Небо! Куда это Маугли так торопится? Может, что-то случилось? Мишуа! 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 Ее нет. Мишуа! Мишуа! У реки ее тоже нет. Мишуа! Извини, кажется, я тебя сильно испугала. Хорошо, что ты пришел. Я ждала и была уверена, что ты придешь. Спасибо. Я Маугли. Я знаю, что ты Маугли. Дедушка Боджи. Ой, ты все прекрасно помнишь. Дедушка работает в лесу. Хочешь пойти со мной? Пойдем вместе. Пойдем. Лес. Лес. Цветок. Цветок. Небо. Небо. Облако. Облако. Вода. Вода. Река. Река. Как меня зовут? Мишуа. Что? Что, Маугли? Да. Он очень торопился в сторону школы. Один? Да-да-да-да. Говорят, туда иногда приходят люди.
Они устанавливают там ловушки и срубают деревья. Для чего туда ходит Маугли? Не знаю. Может, он нашел новую территорию для охоты? Новую территорию, очень может быть. Новую территорию, говоришь? Но река Кальконда моя. Я не дам ему свободы. Не злись на меня. Заткнись ты. Я не жалею никого, кто идет против меня. Иди, табаки. Куда? Искать его куда? На этот раз он не уйдет. Вот ты нежданная еда. Да, должно быть весело. Нет, Маугли, не так сильно. Тяни вместе со мной. Вот так. Тихонечко, туда-сюда. Все получится. Туда-сюда. Все верно, попробуй. Вот так. Туда-сюда. Молодец. Правильно. Туда-сюда, туда-сюда. Ой, я забыла. Я же хотела утром набрать орехов. Маугли, как закончим, делай сам, что хочешь, а я пойду за орехами. Орехи? Да, их очень много в лесу у реки. Ты их тоже можешь есть, Маугли. Давай еще немного. Вот так. И как далеко ты собираешься меня везти? Туда, куда ушел Маугли. Дорога на реку Кальконда заканчивается в этом лесу. Вот здесь. Ты уверен, что видел Маугли? Ошибки быть не может? Нет, не может, не может. Это точно, точно, я вам говорю, точно. Он в джунглях единственная лысая обезьяна. Что? Тише. Это девочка. Какая неожиданность. Ты собираешься ее поймать? Конечно. Перед Маугли я должен обязательно полакомиться чем-то еще. Иди за мной, табаки. Не дай ей уйти. Конечно, конечно. Что за дурак? Мне кажется, я что-то услышала. А может, показалось? Если я ошибусь, Шерхан меня загрызет насмерть.
Помогите! Это Мишуа! Маугли, подожди! Ты сказала Маугли, значит, он где-то рядом. Тогда я с вами обоими покончу. Подожди, Джамира, я помогу! Телевидение Дора ТВ Мерчендайзинг Рим. Производство Абдабра Кинематографик Швейцария. Телевидение Дора ТВ Мерчендайзинг Италия. Студия мультипликации Nippon Ltd. Япония. Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джилардони, Моника Каради, Киочи Матахаши. Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей» Рюдьярда Киплинга. Режиссеры Фумайо Кирокоа и Кимайо Ябуки. Авторы сценария Набуёки Фуджимото, Асае Уотанейп, Кенджи Йошида. Композитор Хидео Шимазу. Фильм озвучен студией Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов.